Доброе утро, студия. У нас в Евпатории сегодня прекрасное настроение. Надеемся, что и у вас тоже. Мы проснулись сегодня необычно рано и приехали в бассейн, чтобы побывать на тренировке необычной евпаторийки. Это настоящая железная леди, которая вплавь преодолела Босфор и в рекордное количество часов прошла дистанцию Ironman. Стала первой в своей категории и является одной из сильнейших спортсменок России. Инна Егорова – настоящая, выдающаяся евпаторийка. Здравствуйте, Инна. Сегодня мы поговорим о ваших достижениях. Приехали к вам на тренировку. Расскажите, как часто вы, в принципе, тренируетесь? Ну, у меня тренировки проходят 6 раз в неделю. Один день в неделю выходной. Сегодня у меня плавательная тренировка. 3 километра 200 метров с упражнениями, с отрезками. Как-то так. А помимо плавания, чем вы еще занимаетесь? Плавание, велосипед, бег. Ну, в целом, это триатлон. Очень необычно для женщины, в принципе, ставить перед собой такие цели. Расскажите, как вы к этому пришли? Ну, мне нравится спорт, нравится здоровый образ жизни. И в спорт я вернулась уже в осознанном возрасте, 31 год. Начиналось все с велоспорта. Ну и потом это все постепенно перешло в триатлон. Расскажите, когда начали заниматься этим профессионально? Я не могу сказать, что это профессионально. То есть я все равно нахожусь на стадии любителя. Профессионалы, там идет совсем другая категория людей. Я думаю, там что роботы. Вы немного преуменьшаете все-таки свои успехи, потому что любители, наверное, не становятся победителями таких больших дистанций. Расскажите, как вы готовились к Ironman? Ну, смотря какой дистанции, их уже 4. Последний. Ну, точно так же традиционно тренируюсь каждый день. Тренировки по плаванию, бегу, велосипеду, все это чередуется. Строится план тренером. И постепенно подводится физическая форма на пик формы к стадии, ну, к моменту до старта. А какую дистанцию считаете самой большой из уже пройденных? Давайте, может быть, тогда самое сложное. Самое сложное – это на Лансерот, остров Лансерот, Канарские острова в Испании. Это было 25 мая этого года. Он считается самым сложным из серии этих гонок. И там велосипедный этап в горной местности и набор высоты 2500 метров. Как вы его прошли? Ну, успешно. Но у меня 7 место в своей группе возрастной. Это на международном уровне уже. Ну, для меня это было очень сложно, сложновато. Учитывая то, что у нас в Евпатории нету гор, и горная подготовка у меня, слабовата. Это мое слабое место, но над ним я работаю. В этом году я планирую выходные выезжать в горы и хоть как-то откатать их. К чему сейчас готовитесь? Следующий год у меня будет минимальное количество стартов. Больше времени я буду уделять учебе. То есть хочу в профессиональной сфере повысить квалификацию тренера. Вы еще и занимаетесь тренерством? Да. А кого тренируете? Таких же любителей, как я. По какому виду спорта? Плавание, бег, велосипед, триатлон. Прекрасно. Расскажите про Босфор. Это, наверное, самое известное из ваших достижений. Как готовились, как прошла сама дистанция? Дистанция, в принципе, ничего сложного не было. Единственное, последние 300 метров перед финишем, это было такое испытание на прочность, так как пришлось бороться с течением, и с холодным течением. Очень боялась проплыть мимо финиша, из-за этого начала нервничать, и, видимо, на фоне того, что начала нервничать, и еще плюс холодное течение, очень замерзла на финише. Долго готовились? В принципе, это был такой проходящий старт. У меня это был не...
Основной, да, допустим, основной был это в Сочи 12 октября железная дистанция. А это был такой подготовительный. И я туда поехала, ну, чисто проплыть, кайфануть, как говорится. Как у спортсменки, есть у вас какое-то желание покорить какую-то вот определенную вершину, когда вы поймете, что все, вот теперь я уже как спортсменка, моя душа спокойна? Ну, я не знаю, мне кажется, я не хотела бы себе устраивать такие вот... Есть определенная цель именно в триатлоне, да, попасть на чемпионат мира на Кону, на Гавайи, отобраться туда и выступить там. Ну и с достойным результатом, естественно. Но я не думаю, что это будет конечная моя цель. Хочется дальше и дальше прогрессировать, потому что, ну, останавливаться, ну, когда достигаешь цели, и потом какое-то опустошение приходит. То есть необходимо все равно какие-то цели придумывать. Значит, буду совершенствоваться в других каких-то дисциплинах. Нет, я думаю, что дай Бог, чтобы у меня было целей очень много. Расскажите, как ваша семья относится к вашему отвлечению? Я так понимаю, что занимает это очень много времени. Поддерживают ли вас, может быть, вместе с вами ходят на тренировки? Ну, раньше было сложнее. Сейчас я просто свое хобби перевела в работу. И поэтому теперь мне как бы проще сочетать тренировки свои с тренировками, ну, с работой, да? А раньше было сложновато. Ну, семья по-разному реагирует. Родители очень хорошо поддерживают, но в основном поддержку я ощущаю. То есть вначале это было для всех чуть-чуть неожиданно, да, например, но постепенно поняли то, что по-другому не будет, поэтому придется свыкаться. И были такие моменты, когда утром в 5 утра надо было, ну, я просыпалась, ехала на тренировку, приезжала с тренировки, быстро готовила завтрак, бегу на работу, с работы в обеденный перерыв прибегаю, готовлю обед и ужин сразу же, и потом опять на работу. Вечером, если я не успеваю утром сделать тренировку, я еду с фонариком на велотренировку. Ну, как-то вот так вот было. Сейчас уже это гораздо проще, и когда начала заниматься триатлоном, стала более организованная, более дисциплинированная. Ты ценишь каждую минуту, то есть если у тебя есть там час свободного времени, ты, естественно, его начинаешь задействовать с пользой. И как-то вот, как это модно сейчас называть, тайм-менеджмент, да? Ты рассчитываешь каждую минуту своего дня. Расскажите, какую вы планируете ближайшую дистанцию? А ближайшая дистанция, ну, следующий год будет половинка в Сочи, это половинка железной дистанции. Потом официальный Ironman заходит в Россию, и впервые в России будет официальный старт по Ironman, тоже половинка в Санкт-Петербурге. Вот мы ждем сейчас открытия регистрации, я планирую там сделать старт. И если по самочувствию, посмотрим, как мы с тренером посоветовались, если самочувствие позволит, ну, как бы по времени посмотрим, и, возможно, еще одну железную дистанцию или в Сочи, или что-то за рубежом. Расскажите, есть ли отбор на такие соревнования предварительные? Нет, может любой желающий участвовать. Ну, а по вашим ощущениям, какая нужна подготовка все-таки? Однозначно не с дивана, однозначно к этому нужно подходить очень серьезно. Нет, есть такие кандидаты, которые делают там, да, там пытаются подготовиться за два месяца, за три месяца, за полгода, ну, там есть. Но, как правило, это единичный старт, и после этого люди просто сливаются, и у них начинаются там проблемы со здоровьем. То есть к этому нужно идти постепенно. Постепенно, как строительство дома. Ты закладываешь фундамент, да, и по кирпичику, оп-оп, и стены тогда становятся крепкими. А не так, что соломенный домик построил, бахнул, и все. Ну, есть такие, конечно, любители, но я против этого. Какой совет, с чего начать? С чего начать? Просто встать с дивана. Просто встать с дивана. Ну и здесь немаловажно, это очень серьезный вид спорта, поэтому желательно под контролем профессионала, тренера. Спасибо вам большое, Инна, за очень интересный разговор. Мне с вами было очень приятно встретиться. Я думаю, нашим телезрителям тоже, и они узнали очень много нового. А я передаю слово студии. Симферополь.
Спасибо, коллеги. Настя, вам только хороших новостей и не новых достижений, новых успехов.